Окей, на майке Оушарк, всем пиз, и сегодня мы посмотрим бои в рамках Кубка СНГ 1 на 1 2020 года. Правила турнира. Все матчи должны быть сыграны в турнирном режиме. Начальная карта Дюплекс 55. Нельзя выбирать одинаковые карты и одинаковых героев в рамках одного тура. Матчпоинт необходимо сыграть в режиме Царь Горы. Приятного просмотра. Сегодня в рамках отборочного этапа турнира СНГ у нас встретились поистине титаны грибного мира. Одни из первых игроков Mushroom Wars 2. Легендарный Мистер Кис, победитель первого офлайн турнира, который прошел в сентябре 2020 года, сразится с не менее легендарным генералом Трениным, виртуозом Стелла и просто финальным боссом. Если вы не в курсе, то начальная карта Дюплекс 55, если в курсе, то все равно послушайте. А мы с вами посмотрим за зеркалом Мартио. С левой стороны карты за синий цвет Мистер Кис, с правой стороны карты за красный цвет Тренин. Поехали! Одновременно разбирают кузницы игроки, также добираются здания третьего уровня, помимо этого Кис забрал здание первого уровня, и можем наблюдать раннюю тридцатку от Тренина. Серьезно настроен красный игрок, смайлик в цвет зданий, и первая билка от Тренина замедляет производство зданий оппонента на 25%. Тем временем, господин Мистер прекрасно себя чувствует, здание под башней освоено, здание первого уровня в верхней части карты также его. И нужно реализовывать потенциал, либо идти в атаку, благо туман уже заряжен, или добирать нейтралов. Наверное, это атака на кузницу, или Мистер Кис решает забрать нижнюю десятку. Безнаказанно забирает, неплохо, и решает также добрать здание четвертого уровня под башню. Тренин посылает угрозы, но сам пока не предпринимает конкретных действий, дабы наказать оппонента за такую наглость. И чем пользуется синий игрок и полетел в атаку, это будет башня. Атака от Тренина на здание в верхней части карты, но удерживает его Мистер Кис. Хороший ульта от синего, все юниты, выходящие из здания над башней, недовольны. Туман от Тренина полетел в атаку на здание в центральной части карты, но удержит ли по морали паритет. Зато юнитов у Киса намного больше, идет проверка кузницы от Тренина. Ну там 30 юнитов, конечно, не пробивает. Возвращает обратно себе здание Мистер Кис. И тут же атака от Тренина на башню по центру, но Кис вывел оттуда совсем чуть-чуть. Обратите внимание, вот пример того, как не надо отправлять юниты в атаку. Змейки зашли не в один момент и теряет свои здания в центре красный игрок. Ультану поздняя, проверка кузницы от Киса успешна, и Кис имеет возможность показать нам прекрасное владение техникой мультивыбора и одновременной отправки юнитов из зданий. Тренин недоволен, но Кису надо добивать. 4 звезды морали против 0, и Тренин сдается, счет у нас 1-0 в пользу Мистера Киса. Посмотрим, что нас ждет дальше. А дальше у нас карта Дюплекс 43. Тренин у нас будет играть за синий цвет с правой стороны карты. Он выбирает Трини. Мистер Кис будет играть с левой стороны карты за красный цвет и также берет Трини. Зеркало Трини. Карта Дюплекс 43. Let's do it! Я сказал, поехали. Внимательно следим за дебютами наших игроков, они важны на этой карте. Апают начальное здание оба игрока, и это позволяет сразу отправить юниты змейкой в здание четвертого уровня. Но Тренину это не нужно, и наглядно виден результат. У красного уже преимущество в 2 юнита. Также Кис апает начальное здание и только после этого забирает верхнее здание, когда как Тренин сразу забирает верхнюю двойку. Также у Тренина есть проблемы с созданием третьего уровня, в то время как Кис уже выходит в центральную часть карты и забирает свою единичку. Также он прокачивает здание второго уровня сверху карты. И сейчас пойдет, наверное, атака на кузницу. Тем временем Тренин никуда не торопится, прокачивает все здания до третьего уровня. Мистер Кис апает свое здание сверху карты. И пошла атака на кузницу. Тут же пчелы от Тренина полетели в атаку. Неужели хотел он забрать кузницу, но тут желтых артефактов нет. Пчелы еле шевелят крыльями. Это здание на базе красного. Крайне опрометчивая атака. Или это был отвлекающий маневр. Идет атака от Тренина на свое здание сверху карты.
Ну, забрал, но две звезды морали уже у мистера Киса. Массивная атака на базу к Тренину заберет. Есть первый у Тренина, надо давать прямо сейчас замораживать кузницу. Дает, замораживает кузницу, все равно пробивает мистер Кис 13 юнитов в начальном здании. И пока Тренин развлекается, Кис выходит в центр карты для забора второй кузницы, дабы первая билка не омрачала радость атаки. Также сверху отвлекает внимание Тренина Кис от атака на кузницу от синего, но там же есть вторая. Удерживает Кис кузницу, кольцо холда дает Тренин, преимущество Киса неоспоримо уже на этой карте. Три звезды морали, в два раза больше юнитов. Забирает вторую башню по центру мистер Кис. И идет в атаку на синюю базу. Падает здание третьего уровня в центре, снизу. Тренин угрожает. Также падает здание сверху. И Тренин сдается, счет у нас 2-0 в пользу мистера Киса. Ни единого шанса не оставил он тут своему оппоненту. Следующую карту выбирает Тренин дюплекс 6. Он будет играть за оранжевый цвет, с левой стороны карты выбирает Вильфорда, тем временем мистер Кис будет играть за зеленый цвет справа, и он выбирает Стеллу. Ну, неоднозначный выбор для карты мы наблюдаем от Тренина. В теории можно красиво контрить третью Стеллу, но тут нужно быть самым быстрым пальцем на Диком Западе. Итак, дюплекс 6. Поехали. Ну, на этой карте дебюты давно изучены всеми, однако Тренин умеет удивить. Нет ранней кузницы, не забирается здание третьего уровня снизу, с правой части карты, однако у нас все по стандартной мете идет. Первый от Вильфорда апает здание до четвертого уровня, сэкономил себе Тренин 20 юнитов и не спешит выходить в центр. Тем временем мистер Кис уже открыл себе выход в центр забором башни. Тренин только собирается выходить, причем делает это без кузницы. Однако у него две звезды морали против нуля у Киса. Зеленый харасит башню рыжего, сам тем временем забирает кузницу в центре, апает башню Тренина и атака на кузницу. Тренин, что ты делаешь? А ты без кузницы. 8-3, забирает кузницу Тренин. Зеленый без морали, у рыжего почти третья звезда есть и на 30 юнитов больше. Ооо, ничего себе, проверка башни зеленого. Но там все хорошо, дает дефенс Кис и уже зарядилась ульта у Стеллы. Вторая, Тренину очень хочется ему забрать башню, дает ульту зеленый, Тренин, тебе бы охладиться, ты не заберешь сейчас всю мораль, сольешь, у него уже юнитов больше. 70 на 110 юнитов. Да, а база-то вся голая, потому что перенос юнитов был в кузницу, идет в атаку мистер Кис, апает башню рыжий, надо стараться дать дефенс. Даст ли он дефенс? 11, 9, 8, 7 юнитов. Чудом дает дефенс Тренин. Три звезды морали, однако Кис уже выходит в верхнюю часть карты, забор башни, нужна вторая кузница, захват здания четвертого левела, не отстает от него Трен, готов побороться за кузницу сверху. И вот пошла атака от мистера Киса на кузницу, да? Трен забирает свою башню, кузница под началом зеленого, но надолго ли? Две звезды морали против одной, Трен, обманочка на башню, идет атака, вторая от Трена, забирается башня, забирается кузница. Три звезды морали против нуля у рыжего, апает башню Трен, атака на башню в центральной части карты, 100% это будет по третьей, да? Нет, понимает, что юнитов слишком мало, вот сейчас будет атака по третьей, идет в контратаку Трен, понижение защиты Стеллы и не забирает зеленый башню, контратака Тренина забирает башню на стороне Стеллы. What's a game? Что здесь происходит? Вы такое когда-нибудь видели? Срочно нужна вторая в башню, Трен, вторая в башню, почему не дал вторую? Не поверил, что удержит на второй? Так почему Трен не двигается? Дисконнект! Я сейчас посидел. Мистер Кис ликует, Трена дисконнектнуло и 100% победного матча. Тренин здесь. Тренин идет в атаку. Это вселяет надежду на завершение матча. Ульта Вильфа должен забирать башню. Не должен, ульта Стеллы не пробивает башню. Тренин и накормил моралью мистера Киса. У того уже 3 звезды морали. Атака на базу Киса. Увенчается ли успехом? Да, забирает одно здание сверху. Перенос юнитов туда. Тем временем мистер Кис под шумок проверяет башню и кузницу в верхней части карты. Также проверка кузницы в центре. Обе кузницы падают. Тренин с руками голыми идет в атаку. Не спасает его третья на кузнице. Дает первую мистер Кису очень своевременно. Добирает свое здание. А Трен тем временем подводит юниты в верхнюю часть карты. Понимает, что там кузница уязвима. Первая на башню. Зачем? Думал, наверное, будет третья. Какая кузница под боком у Стеллы? Ты о чем, Тренин? Перенос юнитов. Удержит ли он там кузницу?
Понижение защиты, кузница падает. Тут же в атаку летит мистер Кис, он понимает, у него мораль. Хорошо, ульта Вильфорда в защитных целях не угадывает Трен атаку. Зато отбирает кузницу сверху ненадолго, зато отбирает кузницу снизу. И теряя здание у себя на базе, кузница снизу падает. И поздно, конечно, выводит защиту кузницы Трен. Проверка башни зеленым игроком. Перенос производства, теряет кузницу сверху в центре Трен. Четвертая кузница у Киса в моменте против нуля у Трена. Атака на кузницу снизу карты. Какая же грамотная ульта каждый раз у Киса. Отвлекает внимание Кис на мини-атаку и сам имеет пару секунд, чтобы выдохнуть. Подводит юниты в центральную башню. Итого, что мы имеем? Из 100% выигрышного матча после дисконнекта Кис сумел сделать плюс 2 здания от оппонента. Я имею в виду кузницы сверху и снизу в центральной части карты. Сверху кузница перестраивается в башню. Первая обилка рыжего кузницы и ринулся в атаку. Но там мораль, там кузница аж 3 штуки и башню удерживает мистер Кис. И кузница не добирается. Последние 5 юнитов там остаются. Очень своевременно подводит защиту зеленой. Третья Вильфорда опять не помогает. Но ее, конечно, нужно уметь дать. Я огорчен этим тренером. Зато мистер Кис вообще не огорчен. 5 звезд морали, третья Стелла есть, выводит из кузницы юниты в атаку рыжий, чем пользуется мистер Кис. Четвертая кузница, пятая звезда морали не пропадает из бара, как бы намекая тренеру, что дела его в этом матче уже плохие. И мистер Кис полностью разбирает базу своего оппонента, у того остается 2 здания в верхней части карты. Ульта, но она уже не спасает. Негодует, конечно, тренер, что проигрывает матч, не в меньшей части из-за дисконнекта. Ну, потому что, имея преимущество, нельзя Стелле давать время понять, что здесь произошло. Сдается, я так понимаю, тренер, и тут же пишет о желании переиграть матч на этой же карте с этими же героями, и мистер Кис согласен, и я, пожалуй, даже не буду вырезать этот матч из финального ролика, слишком он хорош. Как часто вы видите, чтобы Стелла отлетала от Вильфорда на D6? Переигровка матча. Покажет ли нам тренер второй раз столь виртуозное владение желудеподобным героем? Сработает ли понижение защиты у Киса на башню в этот раз? Радуется тренер. И оно понятно. Более классический дебют от тренера. Кис с правой стороны карты показывает нам мастерство реализации своего предыдущего дебюта, но тренер также использует первую на здание третьего уровня. Микромомент, не успевает Трен апнуть нижнее правое здание, и оба игрока выходят в центр. Рыжий чуть быстрее, будет ли пытаться забрать нижнюю кузницу? Нет, Трен решает играть через верх, соответственно Кис пользуется моментом, и вторая кузница под его началом. Хорошо. И какой дерзкий мув от Трена, идет атака на кузницу, перестраивает свою башню во вторую кузницу, заберет ли Трен кузницу снизу, 0 юнитов, перенос производства в кузницу от Трена, как круто он им пользуется, надо защищать, не успевает ее отобрать мистер Кис, но уже готова ульта, нужно давать ульту, мистер Кис ульту! Упадет, наверное, сейчас башня? Нет! 15 юнитов оставляет тренер в башню у мистера Киса, ульта, вот она, наконец-то ульта! И весь центр тренера остается без поддержки. Преимущество Кису уже в 50 юнитов. Проверяет кузницу мистер Кис. Апает здание до 4 уровня тренера. Кузница под началом мистера Киса, но там один юнит. Успеет ли забрать? Нет, мистер Кис вовремя подводит туда юниты. И зарабатывает себе третью звезду морали. Когда как у тренера ни одной звезды. На башню выходит мистер Кис, чувствует свое преимущество и по морали, и по количеству юнитов. Смотрит за действиями оппонента, тренер решает также забрать свою башню сверху, и Кис первый устремляется на кузницу, забирает кузницу, а тренер перестраивает башню в производящее здание. Стратегические решения крайне верные, у тренера есть несколько секунд, пока не появится у Стеллы третья обилка. Это время нужно потратить на производство и повышение морали. Здание тренера в верхней части карты уже апается до третьего уровня. Кис перестраивает кузницу в башню, выводит юниты рыжий игрок. Неужели это будет атака? Добавляет юниты из кузницы и видит это мистер Кис. Идет в ответ на кузницу в центре карты и вынуждает тренера дать раннюю ульту. И атака в правой части карты получается не такая результативная, как могла бы быть. Забирается только 2 здания в нижней части карты. Атака от тренера на кузницу. Удержит ли? Третья опять от тренера. Зачем ты дал туда третью? Там было так мало юнитов. Теряет здание 4 уровня на стороне Киса тренер. Вторая Вильфорда, но там уже заряжена и ульта. И третья потенциально здание 2 уровня не удержать.
Атака от тренера на кузницу и башню одновременно. Кис страхуется ультой, хорошо защищает башню. С правой части карты атака также не увенчалась успехом. Слишком большая разница по морали. Теряет тренер кузницу в центре карты, а также проморгал верхнее здание на своей стороне карты. 0 юнитов. После атаки тренера на это здание сверху тренер пытается пробить башню. Но это будет безрезультатно, потому что очень большой перевес морали, уже практически 5 звезд у мистера Киса. И для закрепления урока зеленый строит башню в левой стороне карты. Ускорение производства ульта Вильфорда, но даже так не пробивает здание рыжий, удерживает кузницу, но теряет здание 4 уровня. И опять ускорение производства от мистера Киса, также не забирает здание тренин 3 уровня, но сейчас доберет. Недоволен тренин своей игрой, но да, не так результативно, как в первый раз. И последняя атака, я так понимаю, от мистера Киса. Это будут здания 5 и 4 уровня внизу карты. Добирает одно, второе с третьей стелы, надежно и безотказно, как булыжник. Приветствует тренер своего оппонента и сдается. Счет у нас 3-0 в пользу мистера Киса. На D4 приглашает тренер своего оппонента, его любимая карта. Тренер выбирает стелу. Кис же берет у нас Чию и будет оперировать желтыми зданиями снизу. Как показывает практика, Чия очень хорошо себя зарекомендовала на этой карте, Тренин же очень хорошо себя зарекомендовал на стелле. Итак, поехали. О, я уверен, что все по этому скучали. Одновременно забираются первые башни. Обратите внимание, Тренин играет через нижнее здание 4 уровня, не забирая верхнюю пятнашку. Тем самым имеет преимущество по юнитам в 20 штук. Но тут крайне важно первым заработать ульту, именно убив юниты. Кис же как раз сделал все как положено, ульта заряжена и дает ее Кис, максимально замедляя противника. Забирает свои кузницы мистер Кис, забирает здание 2 уровня. И неужели это атака на башню? Ульта от Тренина, как же хорошо она залетает, столько юнитов в башне. Крайне неприятно это для Киса, но жадность губит Тренина, он выводит юниты в атаку, не забирает ни здания, ни кузницу. А в башне юнитов совсем мало, Кис же захватил уже кузницу на стороне Тренина, она уже 4 в его распоряжении. Замедление от мистера Киса удержит кузницу, забирает башню по центру. И все складывается очень классно для мистера Киса. Также он забирает уже 5 кузницу на стороне Тренина. Тренин недоволен. Идет массивная атака, но это будет не башня, это будут кузницы в нижней левой части карты. Забирает одну, вторую не пробивает, и третья стелла в пустую башню. Как обидно. А вот сейчас бы в центральной башне третьего бы, ой, как понадобилось. Забирает Тренин центральную башню, но не удерживает ее. Атака на кузницу Киса под башней, но безуспешно, атака захлебнулась. И мистер Кис ринулся в атаку обманными змейками, забирает здание 3 уровня у Тренина. И Тренин сдается, счет у нас 4-0 в пользу мистера Киса. Следующей картой Тренин ставит D40, режим «Царь горы» стоит, и Трен будет стартовать за синий цвет слева. Мистер Кис за красный справа. Опять нестандартный выбор героя от Тренина, это Моро. Кис же выбирает очень неплохого для этой карты Клодца. Также тут классно можно сыграть и за Айнера. Интересно, что тут покажет Тренин за Моро. Подобный выбор героя на данной карте я, наверное, вижу первый раз. Итак, начало положено, ранние кузницы и здания 2 уровня строят наши игроки. И неудачная атака Тренина без кузницы на ключевое здание выбивает нейтралов, и на кузнице туда заходит мистер Кис. Первое Моро на красную кузницу. Кис же атакует левую сторону карты, забирает кузницу оппонента, защищает свою кузницу, забирает верхнее здание. Перебежчики уже готовы. Да, так и есть, на здание 4 уровня кидает перебежчики Клодц. И это безоговорочная победа чемпиона офлайн турнира. Поздравляем мистера Киса, который выигрывает со счетом 5-0. А я напоминаю, что по правилам турнира проигравший не выбывает, а перемещается в нижнюю часть турнирной сетки, откуда также может выиграть турнир. Жаль, как бабочка, как пчела, порхай. Stand by.